1 августа 2019 год. Вот подъезжаем к первому мостику, везем на шлюз доски, материал для того, чтобы сделать слив. Вот они лежат, доски. Там мы на зелке. Заворачивай! Заворачивай, по следу едь! Берем, как Карабаша идет. Ветер поднялся, сейчас тут плохо слышно будет. Все, разворачивайся. Слышали? Вот так вот, как прямо след идет, только развернись и задом туда заезжай. Да, да? Да. Давай я слезу, наверное. Только потом это, не забудь остановиться, потому что тут еще отработку убирать надо. Подержи. Берем и проходит практика. Задом плохо спячил. Но уже с каждым разом все лучше и лучше становится. Опыт приобретается именно в работе. Хорошо. Да. Давай прямо. Чуть-чуть туда. Туда все. Давай, берем, давай. Езжай. Thank you.
Все. Ну все, в принципе. Смотри, как удобно. Подай мне канистры, а я это тут одной рукой приму уже. Масло. Отработка наша. Что, там больше нету ничего? Нет. Все, доски только. Ну все тогда, давай, пробуй. Немножко можешь еще вперед сдать, а то они скатятся сейчас туда. Чуть-чуть вперед, на метр хотя бы. Все, пойдет. Все, все, все. Давай. Все, уперлось. Давай. Еще, еще, еще. Давай, вперед. Там доски три зажало бортом, а так вывалилось основная. Вон они, три или четыре, сжались. Сейчас побегу. Ну, давай. Ты можешь поднять, в принципе, или мы потом не дернем. Давай, держу. Все. Все. Сейчас эти канистры уберем. Можно будет ехать. Так, что-то я не знаю даже. Ну ладно.